Так, пятый или шестой день нашего путешествия. Предыдущие 5 мы очень долго ходили, и жена у меня в кои-то веке решила вытащить погулять по горам и холмам. Сейчас на высоте где-то, не знаю, сколько тут метров, 70 уже над уровнем моря. Там были нулевые. Сейчас на западной конечности города Eastbourne, в конечной части. В общем, весь город прошел.